Проблемы в сфере безопасности, пандемия, отставки и процедуры импичмента Дональда Трампа. На этом фоне США готовятся к церемонии инаугурации и смене администрации. Избранный президент Джо Байден вступит в должность в полдень 20 января. В Вашингтоне в преддверии этого события перекрыли значительную часть центра города, прилегающую к Белому дому и Конгрессу. Капитолийский холм оцеплен. К инаугурации в столицу прибудут около 25 тысяч бойцов Национальной гвардии США. Тем временем еще один член администрации Трампа заявил о том, что уходит в отставку. Алекс Салзар, министр здравоохранения, сообщил, что покинет пост 20 января, когда официально завершится срок полномочий нынешнего президента. Ранее Азар осудил нападение на Капитолий сторонников Трампа. За неделю до вступления в должность избранного президента Джо Байдена, который намерен прекратить исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, в США была казнена женщина впервые за последние 68 лет. Байден вместо казни предлагает назначать пожизненное заключение.